раскрыл свою девушку. Данилка рассказал, с кем отдыхал в Греции. Украинский певец и продюсер Андрей Данилко рассказал о недавнем отдыхе в Греции с вероятной возлюбленной. Андрей Данилко – один из самых скрытных знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Публика безумно любит его, но ничего не знает о личной жизни артиста. И вот в интервью для Lux FM со Славой Дюминым Данилко, создавший успешную карьеру в образе Верки Сердючки, рассказал о том, как привел время вне работы. Когда у певца выпала свободная минутка, он отправился в Грецию, причем в компании женщин. Как рассказала Андрей Данилко, с ним поехала Инна Белоконь. Паре давно приписывают роман, и путешествие лишь подогрело слухи о нем. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Андрей Данилко дает интервью. Спасибо, 100 из 100. Мечта жизни – просто поговорить, посидеть за одним столом с Андреем, поплакать, поржать. Хотела бы такого друга по жизни. Но самое главное, чтобы счастье свое тоже нашел. Он этого абсолютно достоин. Андрей Михайлович – это легенда. С грустью в глазах надо иметь талант как смешить людей, комментируют поклонники. Напомним, ранее Андрей Данилко подтвердил роман со своей сценической мамой Инной Белоконь.